заряжать себе определенную анимацию. То есть это может быть 2D-проект. Так, сейчас транскрипшн выключить надо. Все так удобнее. Анимация может быть любого рода. Это может быть 3D-анимация, 2D-анимация. Список программ, с помощью которых можно создать motion-графику, я вам также скинула. И сейчас мы посмотрим студенты позапрошлого года и посмотрим, что они сдавали в качестве работы на final. Были разного рода задания, то есть были разного рода креативные работы. Кто-то сделал их с помощью 3D, кто-то сделал с помощью 2D-анимации через After Effects, либо DaVinci Resolve, либо еще похожие программы. Кто-то делал даже на Canva, кто-то на CapCut, то есть кому в чем удобнее работать. Самое главное, чтобы ваша работа была динамичная. Так, и начнем с того, что посмотрим сейчас с работы студентов. И что-то наподобие вы можете также сдать на final, но постарайтесь, если вы делаете по туториалам, использовать в этих туториалах свои материалы, чтобы не было такого ощущения, что вы эту работу взяли и позаимствовали. Даже если у вас, например, выполнена по одним и тем же туториалам работа, но если вы внутри сделали как бы свою композицию, свои цвета, свои элементы, это все равно будет считаться уникальной работой, и тем самым вы себя обезопасите от плагиата. Сейчас еще раз покажу пример. Основным критерием все-таки будет считаться длительность анимации. Постарайтесь сделать ее около 30 секунд, то есть 25-30-35 секунд будет достаточно для этого работы. Вы можете сделать, например, нарезку из нескольких разных роликов, вы можете сделать какую-нибудь рекламу с помощью motion графики. То есть, как, например, здесь эта работа была выполнена по туториалу, но композиция и нарезка — это уже были самостоятельные работы. Также были еще работы. Такого характера, то есть это тоже является движением, motion graphics. Не забывайте, здесь работы не так много было, потому что, в принципе, очень однообразно. Так, и сейчас покажу работы студентов, которые совместили вместе с VFX предметом, то есть они сделали полноценную отрендеренную рекламу с разными визуальными эффектами, такими как вода, динамика. Thank you.
До конца не скачалась. Я также, помните, вам говорила, что есть еще работы, которые могут содержать в себе трекинг, трекинг камеры. Так, сейчас, если получится, я найду эту работу, скачаю ее заново. Ну, кстати, тоже прикольная работа. С помощью динамики. То есть это сделано с помощью, по-моему, Cinema 4D и использовать разного рода плагины. То есть, по сути, если вы умеете работать в 3D-программах, вы можете сделать просто анимацию ради анимации с применением разных вот таких эффектов. Это тоже смотрится красиво и стильно и относится к моушн-графике прямым таким направлением. Сделать, может быть, какой-то посыл или санимировать свое резюме тоже будет интересно. Так, ну сейчас я попробую найти все-таки ту работу. Потом мы посмотрели. Ну, кто-то полностью в 3D пробовали делать мультфильмы, но здесь единственное, что не хватает освещения, и, но зато работа с анимацией была сделана нормально. С точки зрения анимации сделана анимация логотипа. Так, и нет, это не то. Можно санимировать разные титры для заставок.
Если, например, вы создаете свои какие-то работы, которые вы использовали там для других целей, вам также нужно в качестве пруфа записать breakdown, как вы это делали, из приложения. Но в прошлом году я не за... позапрошлом году я не просила так делать, но в прошлом году многие студенты записывали, помимо того, что сдают работу, они записывали breakdown из приложения, в котором делали. Так, сейчас покажу, как это выглядит. Вот, screen recording breakdown. То есть вы открываете приложение, в котором вы создавали, и показываете слоги, показываете переходы, можете записать закадровый голос с пояснениями, как вы это делали. Но, мне кажется, в принципе, записи экрана будет достаточно. На самом экзамене, когда я буду смотреть вашу работу, вы будете также отвечать на вопросы, как вы это сделали, там, или еще что-то рассказывать про вашу работу. То есть, помимо того, что вы сдаете работу, у нас также будет защита этой работы. И на защите вы как раз-таки можете ответить на возникшие вопросы и показать, что это действительно ваша работа и как вы ее выполняли. Так. Ну, вот здесь вот тоже анимационный мультфильм, который был сделан... Если вы, например, умеете рисовать, то вы можете также сделать 2D нарисованный мультфильм, либо какую-то зарисовку. Но самое главное, чтобы вы умели работать на основе. Ну, они, по-моему, просто перфекционные. Что еще сдавали в качестве задания? В качестве задания сдавали еще визуальные эффекты вместе с совмещением с реальной съемкой. Вот сейчас покажу тоже один из примеров. Его надо скачать. Тоже очень такая прикольная работа, полноценная. Она была сдана и на VFX, и на фильммейкинг. Ну, жалко, что не открылась. Мне кажется, у меня еще есть здесь. Скачано. Тоже
прикольная работа. Здесь прям тоже анимированные CV с разными классными динамичными переводами. Здесь тоже использовались туториалы с After Effects, но контекст уже был относительно самого студента, то есть все элементы он подбирал сам, переходы и идея тоже не его. Как вы можете выполнить это задание? То есть вы можете вдохновиться разными трендами по motion графике, поискать туториалы, с помощью которых вы можете сделать. Вы можете использовать разные плагины. Если, например, вы хотите поработать в After Effects, вы можете найти небольшие туториалы и совместить их в своей работе. На сам Final вы можете скачать пока пробную версию, либо я также скидывала папку, где у меня есть установочные программы. Если, например, вы когда-то работали либо в Cinema 4D, либо в Blender и более-менее с этим знакомы, то вы можете искать уже, соответственно, туториалы под эту программу. Если, например, вы еще не работали ни в каких программах, то вы можете начать с простых туториалов, например, DaVinci Resolve, она бесплатная. И вы можете найти Motion Graphics. Также найти Motion Graphic Tutorial и попробовать выполнить то, что предлагается здесь. То есть, например, вы смотрите туториал, ставите сюда свои элементы и пробуете сделать. Если у вас не получается, в принципе, вы можете подходить с этими вопросами. У нас будет еще уроки в пятницу и в среду. То есть, в целом, пока время есть. Также уже известна дата экзаменов. Сейчас я покажу. Так, это. Экзамен у нас будет проходить 21 мая, и до 21 мая вам нужно будет сделать данный проект самостоятельно. И на самом экзамене после теста мы будем смотреть ваши работы, и вы получите оценку за проделанную работу. То есть позже этого экзамена, самого экзамена, работы не принимаются. Так, также помимо того, что у нас будет моушн-графический проект, который вы будете показывать, у нас будет тест. Так. Тест будет по пройденному материалу, то есть мы проходили все лекции, они есть, все ресурсы есть в нашей Фигме. Фигму также ссылку я скидывала вам в общий чат Телеграма. Вы можете пройтись по материалам, которые здесь представлены, и тест составлен только из этих материалов. То есть по визуальным планам будут вопросы, там, по освещению, по монтажу, по саунду, то есть весь теоретический материал, который мы проходили, вы можете освежить в своей памяти, посмотрев и прочитав, пройдясь по всем страницам, которые здесь представлены. Также в тестах будут некоторые вопросы на логику, то есть если вы прочитаете их внимательно, то вам не составит труда ответить на них. Всего будет 20 вопросов, 20 вопросов на 20 баллов. На тест у нас дается 40 минут. Вопросы, надеюсь, не будут сложными для вас. Они будут распечатанными, то есть вы отмечаете на бланках. После того, как вы сдали тест,
у нас будет формироваться очередь на защиту, и каждый будет подходить ко мне и показывать свои проекты. Также в Teams я создам задание, в которое вы приложите ваши работы по моушн-графике. Так, на текущий момент у вас есть вопросы? Понятно ли, что вам нужно сделать, как будет проходить экзамен? В целом вопросов нет, вроде понятно. Запись этого собрания уже будет, да? Да, да, я запись веду и также ее залью на YouTube и скину вам ссылку в общий чат. Так. Ну, в целом мы можем тогда посмотреть еще несколько работ и на сегодня освободиться пораньше. Предыдущие ваши работы я еще не все посмотрела. Как только у меня появится время, я выставлю в наш общий док оценки. Также работы принимаются до 8 мая, но старайтесь лучше сдавать все пораньше, потому что 8 мая мы будем уже выставлять оценки, и есть риск, что чья-то работа может потеряться, и поэтому убедитесь в том, что вы все сдали до 7 мая, потом, чтобы не было такого, что, например, ваша работа потерялась, аттестация уже закрылась, потому что после закрытия аттестации оценки практически невозможно откорректировать. Это делается потом через деканат, но деканат по большей части все заявки разворачивает с отрицательным результатом. Поэтому мы, когда выставим, проверим все ваши работы, я скину информацию в общий чат для того, чтобы вы проверили, все ли ваши работы проверены, все ли баллы выставлены, то есть чтобы потом у нас не возникло таких ситуаций, которые будет уже сложно исправить. Вот. Это в целом про аттестацию и про экзамен. Так, вернемся к просмотру работ. Я еще покажу несколько работ. Так. Также в прошлом году некоторые студенты делали вместо фильма мультфильм, и на файнале они уже представили готовую работу. Послушайте, я позвал вас сюда не просто так. Вы оба должны кое-что украсть у очень нехороших людей. Я вас не принуждаю это делать, но он очень злой и не потерпит отказа. Перейдем к делу. Вы должны украсть магический шар, который охраняет человеческий народ. Очень простое дело, главное, молодцы. Это очень непростое дело. Я не хочу рисковать жизнью ради какого-то камня. Что ты сказал? Я тебя сейчас... Нет, не надо, прошу вас, не надо, нет! Где ты вчера был? Мы всем отрядом отдыхали в таверне. Такой вечер пропустил. Так очень сложно. Здоровье. К
Вчера ночью кто-то проникнул в нашу сокровищницу и украл наш магический камень. Кто посмел это сделать? Не знаю, мой король, но некоторые говорят, что видели маленькое зеленое существо, похожее на человека. Похоже, это гоблин украл наш драгоценный камень. Ух, эти гоблины совсем оборзели. Похоже, они собираются при помощи короля захватить наше королевство. Ведь этого не может. Может, может. Выбирай всех. Подготовим план атаки. Говорит, если драка неизбежна, бить надо первым. Эти плешивые гоблины украли наш драгоценный камень. Всегда хотел порубить их, только холода не было. Какой у нас план? Какой план? Просто врываемся к ним и рубим всех на куски. Все. Замолчи, новобранец. Так не пойдет. Это будет слишком глупо. Надо подумать. Гоблины тщательно готовились к обороне. Сторона людей нанесла огромные потери. Половину людей забрали. Спустя час гоблины вторглись в королевство. Что за странные звуки? Это было легко, чем я думал. Наши проиграли. Что же мне делать? Я должен всех спасти. У него камень. Хватайте его. Я одолею тебя, грязный гоблин. И защищу своих. Так Ги стал героем своего королевства. То есть небольшие мультфильмы тоже сдавали, но на них нужно больше времени, поэтому они делали еще их в первой аттестации и уже потом в конце. Тоже здесь... Но единственное, что коротенькая получается работа. Старайтесь делать не меньше 30 секунд. Можем еще несколько работ с прошлого года посмотреть. Тоже прикольно с элементами 3D, то есть на After Effects можно тоже использовать 3D-камеру и выполнять такие задания. Так. Старайтесь также добавлять больше движений, чтобы не только статичные кадры были, а ну, больше динамики там. Например, если вот так вот показываете, сделайте анимированным текст, сделайте больше переходов, больше движения. Здесь работа хоть и длинная, но тут мало анимации получается. Работа больше про анимацию. Такого рода задания сдавали в прошлом году. Сейчас скажу тоже. Ну нет, не скачала. Ну,
Ну, заставки с едой — это тоже прикольно, тоже динамично, тоже выполнено по туториалам, и тоже подходит как работа. Но единственное, что добавляйте всегда звуки. Без звуков смотрится работа незаконченной. Но здесь в целом хорошая анимация. И помимо того, что сдается работа, сдавайте также еще записи экрана в программе, в которой вы выполняли задание. Здесь получается монтаж самой игры и плюс добавление разных эффектов анимированных. Но эти все анимированные эффекты, если вы добавляете, так. Ну, здесь тоже очень короткая, 8 секунд. Старайтесь сделать тоже примерно по 30 секунд рендер. Это тоже слишком коротенькая работа, поэтому старайтесь, чтобы было все-таки не меньше 30 секунд. Так. Ну, если работа действительно классная, динамичная, много анимации. Ну, в целом, все примеры очень похожи друг на друга, то есть это либо 2D-анимация, либо 3D-анимация. Если делаете 3D-анимацию, то есть можно делать рекламу и совместить это с VFX. А
Если делаете 2D анимацию, то старайтесь добавлять побольше динамики. Так, ну думаю, все остальные работы, они тоже похожи друг на друга. Так. Вот даже прикольно. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Ну, это же классная работа. Так, и здесь, получается, было с 3D. Тоже классная, интересная работа, где много кропотливой работы с точки зрения анимации, и плюс это все еще отрендерено. Так, если вы работаете с 3D моделями, то в целом можно даже делать не 30 секунд, а меньше, потому что это все еще нужно отрендерить. Поэтому если работаете с 2D анимацией, то там лучше сделать не меньше 30 секунд. Так, в целом можем на сегодня заканчивать. Если вопросов нет и все отметились в ОСП, можем быть свободными. Запись. Извините, а второй отметки не будет? Я продублирую с первой. Хорошо, понял. Спасибо большое. Извиняюсь, я не отметился. Так. Я вас сейчас могу отметить. Спасибо.